сделали новый fashion mansion fashion. Поэтому берем рис и льем в ноздрюлю. Это очень противно. Мы делаем виш. Как красиво, постараться просто. Можно было просто неделю не трогать триметром, и так бы выросло. Другой советик. Свои волосы моей кисули самое подходящее. О, для бит советиков ничего не жалко. И закрепляем клеем в ноздрюлю. Вот это вечерний вариант. На повседневку можно, в принципе, сделать корешку. Остаточки ни в коем случае выкидывать нельзя. Делаем из них косу. Клеем на бровюлю. Но знаете, что с этим царским макияжем махнушки вы будете выглядеть на все 150 тысяч волосков. Здравствуйте, я сегодня пришла от этого Music Box, чтобы в этот кастинг пройти, ведущей хочу стать. Тут какие-то всякие анорексички ходят, но я их победю, вы не переживайте. Ой, сейчас извините, я кисточку помою. Да, конечно. А на кастинг сюда? Конечно, сюда садись, моя красивая. Я твоя визажистка, я тебе сейчас образ сделаю. Ой, только губы побольше, пожалуйста. Конечно, я тебе хинкальку сделаю. Это макияж мне о продюсировке так сказали тебе сделать, чтобы ты первое место сделала, поняла? Точно. Точно, точно, давай, иди, там уже начался эфир. Вы не подходите! Девушка! Вы тоже на кастинг? Конечно! Зачем он вообще? Ой, это у вас такая песенка классная, сделайте погромче. А я твоя случайная. Поаккуратнее можно, пожалуйста? Я за такие деньги достойна высшего обслуживания. Конечно, конечно, конечно. Мне вообще так нравится, когда вот я хожу по улице и все оборачиваются. И это не потому, что я ем шаурму, а потому что я самая красивая в этом мире. Вот тут вот нужно немножко тщательнее делать. Да, конечно. Да я сама знаю, дайте покажу. Вот тут. А можно маску попробовать? Да нет, конечно, что вы. Ну ладно. Я скажу, когда можно открывать, пока нельзя, нельзя, нельзя. Открывай! Мы вас не расчесали даже. Ничего себе! Дальше идет макияж. Все, пошел в отпуск. Сейчас. Что самое чувство, когда ты на луне? Да, все получится. Все, это уже не смешно. Всем пока. Димка, ты чего не пришел? Нет, ну вообще, знаете, мы тоже твой никак можем прислать. Ну, Димке-то привет передашь. А это Димка, Димка, это ты чего? Да не Димка, это Димка. А в чем она приперлась? Смотри, такси не было.
вообще не в моде. А в том году Баба Ян была в таком же платье, зеленом с горошком. Смотри, смотри, это вообще в косах пришло, это вообще нормально. Смотри, как это постарело. А это кто, Нагиб лысый? Он что, еще больше полысел? Вообще, капец, у него же дуба лосочка. Что-то жрать захотелось, мне шире дюбушек. Пойдем. Ой, как клёво тут. Можно с вами сфоткаться? Какая бы классная. Давайте. Вы же свет колобода? Нет. Танька, пошла отсюда. Серега, лобода, 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 лобода. Like a captain. Ну все, собирай. Вот так, да? Да. Вот так. Да? Желательно вот в чемодан! А не туда собирается чемодан, а вот сюда. Садись, я сама решаю. Нравится тебе? Нет, не очень. Я это даже на дождь не одену. На дождь не одену? Братан, тигр, 24 на 7, тигр, тудон, тудон, тигр, тигр, тигр. Все у тебя? Мама, да убери, это не мое полотенце! Ты уже как-то стянулся. Постирай! Нет, не надо. Да не надо! Как? Господи, бедный чемодан. Точки новые, марихуана! Здравствуйте. Оформите нам, пожалуйста, билетики в Нью-Йорк. Но у вас брыль в Душанбе. В смысле Душанбе? Кто покупал билеты? Ваше лдерегерегере пелени. В смысле он вчера улетел? Эту сумочку тоже в багаж. У вас есть еще свободных 5 килограмм. 5 килограмм? Ты точно 5 килограмм? Да точно, точно. Давай, багаж его в багаж. Кому место у окошка? Мне! В смысле? Нет, ребят, я вообще-то девочка. Подождите. А чего вы плачете? А чего вы плачете? Мы же проводили. Идемте домой, дебилы. Пока, мам! Мамочка, пока. Она уехала. Я моя кисуя, и сегодня я расскажу вам, как перед сном, когда вы уже не очень, как я обычно, сделать очень лакшери фоточку. Угу. Нужно максимально быстро накраситься. Залог красивой фотографии является света. Включаем вспышку. Нет, выключаем. Здесь нужно что-то мощное, как моя харизма. Я придумала. Со мной. Все. Все, мои кисуи. Гладкое лицо, блеск в глазах, как будто я хряпнула. Идеальный мейк. Ну просто чудо, а не лампа. Нимб, нимб с неба подаренный мне. Тобой. Магазин. Не помню, как он называется. Здравствуйте, мои золотые! Сегодня я пришла на вот эту студию звукозаписка для того, чтобы познакомиться и записать что-нибудь. Это совместивка с этим Кириллом Мойко. Ой, Кирюха, слушай, ты на этого похож, этот математик плюс-минус 100-500 лет. А это, где твоя леопардовая вот эта полотенца? Короче, послушал мой трек, такой херенный написали, я просто думаю, вкачнет все. Да, конечно, давай, давай. Твоя подруга скажет мой тон, типа про цвет помады. Помады? То чувство, когда ты не понял, нет, что я уже рядом. У тебя 2% мобилы, ты дома на месте. Да, у нас 2% мобилы, ты где-то на флексе. Не достра, не достра. Алло. Ты что еще не спишь? Види, давай тебе батюшку. Я тебе сейчас научу, как надо, ты мне бить. Давай, красивый такой. Слева гори, справа гори. Осажди, моего батю приори. Офигеть, давай бить сделаем. Давай вместе запьем. Сегодня здесь Кирилл и Вартанус. Мы будем желать таш и туш. Чтоб у всех телочек потекла тушь. Мы в казино подняли куш.